Жители прифронтовой зоны тоже ведь получили счета. При том, что здесь и так постоянный перебой с финансированием, прочие прелести так называемой серой зоны. Так как теперь выживать? Руслан Смещук общался с людьми. Курахово – один из энергетических центров Донбасса. До линии фронта меньше двух десятков километров. Цифры в письмах счастья, платежках за отопление теперь в полтора раза больше предыдущих. 564 – это за две недели. А за месяц, короче, но за месяц это будет 1200. А пенсию надо? 1200. А у меня пенсия 949. Ну, короче, остается оговорка. Вот и все, да. А вы пытались субсидию оформить? А мне отказали. Что сказали, чего? Ну, не положено. Некоторые горожане, у кого сумма в платежке выше пенсии, попытались отказаться от центрального отопления. Обращались к коммунальщикам с просьбой перекрыть трубы. И мне отказали. Сказали нет. Если только весь дом откажется, я говорю, вы извините, но согласно Конституции, там, значит, это моя собственность, квартира, но я могу, а коммунальные услуги – это тоже что товар. Хочу я им пользоваться, значит, я пользуюсь. Не хочу – нет. Тщетно с высокими тарифами на ЖКХ местные жители борются давно, пока тоже безнадежно. А с началом конфликта и нынешним повышением цен на газ коммунальные счета для многих стали просто непосильными. Закон о ЖКХ услугах изменен 10.11.15, статья 30. Пункт 7. Гарантии социальной защиты населения при оплате за ЖКХ. То есть тарифы не повинні збільшувати, поки не збільшать зарплати, пенсії. А це називається що? Геноцид народу України. При этом горячая вода в системе центрального отопления – это, так сказать, отходы производства Кураховской ТЭС, которая работает на угле, а не на газе. Излишки просто сливают водохранилища, а за остальное дерут втридорога с местных жителей. Тепловая энергия використована Кураховской ТЭС для теплопостачания міста Курахова є побічним продуктом генерації електричної енергії. При этом потери тепла в системе почти втрое превышают норму. Оплатить за это приходится горожанам, рассказывает нам Петр Гармаш, возглавляющий инициативную группу горожан. Трубы сильно прохудились. Потери в трубопроводах составляет 34,5%, установили Кураховский городской совет и норму потребления не согласовали, 34,5%, а максимальные потери в тепловых сетях должны быть не более 13%. Инициативная группа кураховцев обратилась в Нацкомиссию по регулированию в сфере энергетики и ЖКХ с просьбой предоставить экономическое обоснование тарифов. Всего в двух десятках километров от Курахова находится Красногоровка, город на самой линии фронта. Из-за боевых действий часть коммуникаций разрушена. Нет газа, нет центрального отопления. Обогрев, готовка еды – все на электричестве. И все многоэтажные дома у нас, согласно постанове Кабинета министров, перешли на другой тариф. Это 79 копеек и безлимит до 3600 киловатт. То есть все, людям льготу дали. Очень долго добивались это, но... Но даже льготы не всем помогают. Вот в прошлом году зимой у нас было и 500, или на 700 платила я за тех, ну... Это только за электричество? Это только за электричество, да. Светлана работает в местной больнице. Ее муж Николай – ветеран боевых действий в Афганистане. Живут на окраине Красногоровки в полуразрушенной пятиэтажке. Напротив – неподконтрольная украинской власти Старомихайловка и Петровский район Донецка. Оттуда постоянно прилетают снаряды, рассказывает Николай. И тут нас вчера, я не знаю, были вы там или не были, за школой, 4 раза 150 и влупил. И в ответ, извините за выражение, даже выстрела не было с нашей стороны. Я же не то, что хочу хлопцев прикрыть или чужого, а вот именно, что обида давит. Сюда, извините, 150 летят, отсюда хорошо, если с автомата или с пулемета ответят. Бежать, как поступили большинство соседей, супругам некуда. Вот и живут прямо на линии фронта. Чтобы сэкономить на тепле, прямо в квартире установили буржуйку. Смотри, смотри, бач.
Это сейчас оно разорится все. Выживают благодаря натуральному хозяйству. Рубят деревья на дрова прямо во дворе, разбили несколько огородов. За 2,5 года войны, говорит Николай, гуманитарную помощь получали всего 3. Чиновники, кажется, о них забыли. Существует только там. А вот это сюда жизни в Красноморовке нет. То есть нету ни 5-этажек, ни 9-этажек, ни людей. Ну нету здесь. То есть вот взяли город, кто-то половину города ластиком стер, а половину оставил. Мариупольское направление. Одна из самых напряженных точек зоны АТО. С наступлением холодов на этом участке фронта все жарче. Снаряды и мины рвутся не только на армейских позициях, достается и мирным жителям. Был прилет, осколок, в районе наших позиций. Гупнуло так, что мы там все в кровати чуть не попадали. Что это, понятно, это какое-то новое оружие? Ну, я даже затрудняюсь ответить. Но раньше таких не прилетало, нет, да? Это у нас сегодня первый такой осколок. Поселок Лебединское. Отсюда видны окраины Мариуполя. Находится почти на линии фронта. За день до нашего приезда его жителям опять досталось. Все необходимые коммуникации в поселке есть, но с введением новых тарифов для многих это непозволительная роскошь. И, похоже, так будет не один год. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Руслан Терентьев. Подробности недели. Телеканал «Интер».